Приветствую, друзья! В эфире Афиша. Шестидневная рабочая неделя далеко не повод для печали, зато потом оторвемся, как полагается. Я Анна Троян, по традиции все расскажу. Праздничные выходные в Люберцах практически каждый найдет себе интересное занятие. К примеру, в парках День России отметят с большим размахом. Моя страна, моя Россия под таким названием в Центральном и на Аташинском парках для вас устроят культурно-развлекательные мероприятия. Также вас ждет супер-мега-фотофестиваль и детская игровая программа. Обязательно приходите! Друзья, не менее праздничная атмосфера в этот уикенд охватит и культурные учреждения округа. Во всех библиотеках и школах искусств пройдут тематические мероприятия и выставки. А в культурно-досуговых центрах Малаховки и Краскова займете свои руки. На мастер-классах поучаствуете в фотоконкурсе и, конечно, оторветесь на праздничных концертах. Проводите День России весело! В здоровом теле здоровый дух – это истина знакома каждому. И чтобы не быть голословными, не теряйте время по выходным. Приходите заниматься спортом в Люберецкие парки. Бесплатные забеги, волейбол, йога, суперэффективные фитнес-тренировки и даже шахматы. Подготовьте свое тело к отпуску на свежем воздухе и сами заметите ощутимый результат. Афиша. Проводите ваше лето на улице, дышите свежим воздухом, больше гуляйте, и все у вас будет хорошо. Я, Анна Троян, на этом прощаюсь. Пока-пока!